Диана Каденко, город Новочеркасск. Доброе утро. Постараюсь не разбудить тех, кто уже спит. А кто не спит, пускай слушают. Мне бы уехать только куда пьяное эхо спит в проводах. Мне бы разлиться каплей с ножа, лица, как листья в доме кружат. Это привычно слезы потом, чайник мурлычет сонным котом. Взгляды на Верца вместо тепла. Мне б твое сердце, я бы лгала. Я бы скиталась по городам, пряча усталость в чьих-то годах, свет отрывая от темноты. Так не бывает, это не ты. Это не ты, и видно не я. Встречи пустые, море вранья, струны тугие, сны да чаи. Кто вы такие, други мои? Зимний вальс с эхом. Мы читали стихи сумасшедшей метели, тели. Мы играли в поставленном ею спектакле, так ли? Мы стояли на вытяжку, как на параде, ради леденящей полузабытой стомы, кто мы? Нам подносят печаль на серебряном блюде, люди. Нам уже не добраться до ломкого края, рая. Пошатнется непрочная эта основа, снова. Разговор потеряется в поисках темы, где мы? Боже мой, это все к перемене погоды, годы. Остывает каленая в прошлом ограда, ада. Едва ли ответить на глупый вопрос так просто. Если это не память врезается в кожу, что же? Спасибо.